Друзьяшки, улыбашки, меня зовут Лавиния, и сегодня я играю в игру XDRP. В XDRP, как вы видите, зима, новогоднее обновление, ведь Новый год уже совсем скоро. Давайте, так, кстати, у меня на это... Лавиния забыла все слова. Наряд хэллоуинский, сейчас я его поменяю, но надо же купить что-то новое. Я сначала хочу прогуляться по миру. Как видите, тут у нас елка такая, украшенная, прям красивая, мне она очень нравится. Сани с оленями, смотрите, какие вот крутые. Снеговики расставлены. В общем, зима, снег, очень все круто, будем праздновать Новый год. Если я не ошибаюсь, новый дом, но это мы проверим, давайте уже. Как магазин зайти? Опа, зашла. Смотрите, тут у нас есть New Year Bundle by, типа, такой вот празднично, типа, обычный. У нас также есть бесплатные вещи, а чё, 2024, for free, ок. И дальше у нас именно наряд новогодний, давайте. Тоже бесплатный, думаю, это очень круто. Здесь у нас Christmas Bundle, типа, их можно купить отдельно или вместе, поэтому давайте посмотрим. Здесь у нас есть машина, два наряда и еще стрелялка такая, как вам объяснить. Угу. А, получается, это все. Походу, домика нету или как? Давайте сейчас я проверю, а то я уже забыла, есть домик или нет. Так, давайте, go. Угу. Ну, go, go, ну. Так, что-то у меня забацало, заглючило. Стоп, угомонись. А, ребятки, сейчас я все сделаю. Бам. Короче, дома у меня забацались, заглючили вот. Давайте проверим новую машинку. Ага, я, ну не машинка, я не знаю, летаю ли еще. А, нет, это типа специальная по льду. Ничего себе, она лютая. Мне кажется, она больше боевая. Давайте поедем. Куда мы с вами поедем? Звуки? Звуков не слышу, ладно. Кстати, она может разгоняться или она медленно только? Типа вездеход, что ли? Не знаю, но круто. Правда, Лавиния зашла в тупик. Бывает. Как вылезти отсюда? Ага, вылезла. Теперь хочу новый костюм. А, опа, совсем забыла. Давайте посмотрим. Этой штукой я могу стреляться. Наверное, попробую еще зомби разобраться в этом видео. Этой штукой. Это очень круто. Кстати, тут у нас разные такие светящиеся украшения в городе. Круто, прям веет таким вайбом зимы городским. Прям, ну, как объяснить? Ну, круто. Рост, ага, мы это поняли. Я хочу именно новогодние костюмы. Это я смотрела, мне нужен Новый год. Новый год намчится, скоро все случится. Сбудется, что снится. Мне кажется, или я потеряла. А, вот эти вещи. Давайте сначала бесплатный наряд. А вот это вот ужас надо убрать отсюда. Как его убрать? Белую майку, короче. Вверх у нас такой вот есть. Дальше давайте низ. Это из другого таборчика. А, ну к этому не было низа. Давайте тогда такое надену. Ботиночки. Ботиночки такие красные хочу. Вот такая вот шапка крутая. А где мои волосы? Я ставлю минус, потому что мои волосы куда-то делись. Типа этой шапки. А знаете, я лучше все-таки буду холодать. А то я такого не терплю. Трэш. Ну, типа, с этим волосы не пропадают, а с этим раз и нет волос. И лысая, и лысик, все. Лавиния теперь лысик, я в шоках. Зато. У меня есть очечки. У меня есть борода. Ох, это у нас деревяшка. И вторая деревяшка в очечках. Слушайте, ну, прикольно так, нормальненько. Мне нравится. Это можно прикалываться, кстати. Не, не говорю, что это что-то не прикольно, это наоборот, очень классно. Вот это сразу платится у нас новогоднее. Ага. Ну, в принципе, меня так более-менее устраивает. А на голову давайте все-таки такое. Я думала, мне это не понравится, вообще моему персонажу идет. Все, я оставляю такой вот наряд и иду сражаться с зомби! Уи! Ребят, я в полных шоках. Зашла, значит, сюда, а тут вместо зомби вот это! Это что? Ай, такие смешные, господи, все, я... Я не могу, я буду сражаться. Потому что я сильная, поехали. О, я могу тут еще костюмы выбрать, все, у меня теперь 5 видов оружки. Большие, небольшие, дальше вот этот, кстати, а тут есть пас или нет? Ну, типа, новогодний, сражаться с этими снеговиками, мне прям очень интересно. Сейчас сзади кто-то меня прибьет. Знаю, знаю я таких у вас.
А, я никак не могу ни одного убрать, потому что одного еще не добила, на другого переключаюсь. Ну, прикольно. Ура, 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 ура. Одного убрала. Еще один. Еще следующий. Третий вот так вот туда его. Ну, это, конечно, прикольно, но напоминает мне вот это. Поэтому все-таки эта штука мне нравится больше. Или какая? Какая мне нравится больше? Я запуталась. Это же хорошо было. Это обычный пистолет. А, тогда мне нравилось фиолетовое. Все, фиолетовое. Все, вспомнила. Во, да-да-да. Фиолетовое все равно самое топ. Но это тоже такая миленькая, крутая. Оп, убрали. Ой, мне показалось, что это снеговичок. Снеговичок, привет, пупсик. Привет. А, я тебя не звала к себе. Что ты ко мне пристал? Ну то давайте рассмотрим вблизи. О, меня убрали. Ну все понятно с вами. Все ясно. Кого еще можно тогда уж убрать? О, вон там есть. Давайте его хап. Быстренько хоп. Отлично, Лэйни, молодец. Да, ну и что, что я его фиолетовым сильным. А вот и что. Ну, зато я смогла. Я смогла, да. Лэйни разговаривает тут. Континуе. Есть пасик? А, есть! Все, я знаю, чем я буду заниматься, ребят. Все ясно. Тут, оказывается, есть пасик. В общем, все дружненько будем его делать. А, так, я не хочу с вами драться. Отпустите меня, ребят. Если. Ну все, друзьяшки-улбашки. Ставьте лайкусики, подписывайтесь. Всем пока-пока. Уи! Я такая пам-пам-пам, такая бум-бум-бум-бум-бум. Я наношу тебе удары. Пока-пока-пока.